Ой, это ты охуеешь. Ну-ка, давай посмотрим. Вот будет что на канал выложить. О, Хасаги. NCSoft по синематикам, еще когда выходили синематики по Lineage 2, они уже тогда были просто топчик. Но потом они просто перестали к своим играм какого-то хрена выпускать синематики. Так, то есть, ну, по идее, это затравка игры. О, я знаю, это, короче, дерево, это из этого. Клип Рамштайн. Про Германию. Даже свет красный такой же. Так, ну темная эльфика превратилась в эту бабу, окей. Шива. Или как это? Шиит. Нет, Шиита богиня. Окей, это первый мировой босс, я так понимаю, который будет у нас в игре. По кайфу. Слисак. А, там что-то еще в конце будет. Понасмотрелись, блин, на Марвел. Ой, ну как же тут без этого? Как же тут без эльфийки в главной роли? Ну серьезно. NCSoft не может без эльфийки. У них есть игра про боевые искусства. Вот. И она вообще максимально, по-моему, не зашла в свое время. Потому что там не было эльфиек, и мне чего, они не могли развивать игру, где нету эльфиек. Если у NCSoft выходит игра, где нету эльфиек, нет, это не игра от NCSoft. Вот. Слушайте, не, ну так-то по кайфу. Так-то, так-то довольно-таки интересно. Интересно довольно-таки геймплей. Интересно. Синематик, затравка прикольная. Я так понимаю, они пойдут по стопам Lineage 2, и это типа будет первый главный мировой босс. Вот этот вот тренд.